Божественной субботы хлебнули мы глоток, от дома и работы укрылись на замок. Не суетная дама, ни улиц мельтешня, нас не коснулся зяма до середины дня. По утверждению поэтессы Веры Павловой, чей авторский вечер недавно прошел в Торонто «Любовь – это болячка», именно об этом спектакль, которым 17 мая начнется очередная божественная суббота в литературно-музыкальной гостиной «Удивительная кошка». «Божественная суббота» – новый успешный проект гостиной, создатели которого используют религию творчества, поэзии, музыки, театра, хорошего настроения и любви. Это проект, который позволяет зрителям познакомиться с различными гранями творчества актеров «Удивительной кошки». А уж все они – красавцы, все они – таланты, все они – поэты. Божественных суббот. На этот раз бенефицианткой вечера станет актриса Майя Леокумович, которая будет вместе с такими же, как она, очаровательными актрисами прямо на глазах у изумленной публики расковыривать болячку любви, вываливаться из окна и рассказывать небылицы. Еще такой субботой, еще такой субботой, божественной субботой наш век одарит нас. 17 мая зрители станут свидетелями откровенного стриптиза в прямом и переносном смысле. Чудачеств трех безумных, но очень обаятельных старух. А также вынуждены будут танцевать экзотические танцы, о которых раньше и не слышали. Как всегда, будет интересно, поэтично, эротично, неожиданно, музыкально, танцевально, театрально и вкусно. Идея и постановка вечера хозяйки гостиной, художественного руководителя театра Лилии Скляр. Адрес театральной студии «Удивительной кошки» 4544 Даффрин Стрит, 199. Билеты заказывайте по телефону 647-702-76-31.